Ганбава атаку! Таскете кудасай! Таскете кудасай! Ватайши атомный сенсей десу! So help me please, comrades. This is Comrade Atomy and the weird language Japanese. С вами товарищ Атомный и странный язык японский. Помогите мне, пожалуйста, товарищи. Помогите, спасите. Let's listen to that. Давайте еще раз послушаем. Mate and mate. Подождите. Okay. Okay, got it. Понял. Move on. Дальше. In practice, the pause is very, very brief. We've emphasized is there to help you to hear the difference. В общем, пауза бывает более краткой, но на самом, ну, она заметна. So you can notice that. Вакарю, понял. Un вакаримашта. Да, я понял. Finally, when the small tsu comes at the end of the sentence, it represents a sharp stop to the last word, but also. В общем, напоминаю, что мы сегодня маленькую цу рассматриваем, маленькое цунами. И когда оно встречается в середине слова, оно означает удвоение гласной. На примере мате, да, мате, да, сука, да, вот так вот, ну, то есть удвояет. Когда же у нас в конце слова, оно как бы резко останавливает, обрывает слово, обрывает какой-либо звук. То есть это как будто кому-то оторвали голову, когда он кричал «А-а-а-а», да, или «Хи-хи-хи-хи-хи», блин, и «Хи!» И все, и больше не смеется. Потому что не может, он бы хотел бы дальше смеяться, но не может физически. Когда голову оторвали, уже невозможно физически смеяться. Ты можешь быть при этом все равно доволен, вот и веселым, но просто не сможешь выразить это счастье, да? Вот так вот. Вот так вот. Окей, so... Are we repeating that a small tsu represents like the doubling of the consonants in words and how it's represented like mate, suka, yeah? And like at the end, it's like breaking the sound with the person that chopped the head. And for example, he was smiling like and laughing like ha 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 ha, and like ha, and that means that like he lost the head. This doesn't mean he's not funny anymore or he's not happy anymore. He just without head, he cannot express his happiness. That's the case. But he can be still happy, you know, like that's still possible. That's still possible. Okay, continue on. Ну что, продолжаем дальше. Just like inflammation mark, that feeling may be one of irritation, surprise, excitement, cheerfulness. В общем, вакарю, ты понял? So desu ne, un вакаримашта. Да, я понял тебя. Я все понял. Alright, then let's quickly review. Давайте посмотрим. Ксо, сока, матте. That's the doubling of the consonants. Вот у нас удвоение, собственно, согласной, да, ксо, сока и мате, ну и сука, это все у нас как бы удваивается, да. Ксо is just another way to say ксо. Ксо это то же самое, как и кусо сказать, да, это сокращение. То есть у нас было две буквы, а мы сократили до трех. Да? Это сокращение по. So that's a shortener. Another way of use two is actually shortener the word. So you saw kuso is the word with two hiraganas, yeah, symbols, and we shortened that, and now it's three. This is shortening in Japanese style. Actually, it became longer, but that is the shortener way, and it is pronounced even longer. Kuso, kuso, like then kuso, so, like kuso. I don't know how that's shortener, but what they call this. Я не знаю, как это сокращение, но вот так, сокращение по-японски. Мы тремя символами сократили два символа. Вот теперь было слово из двух символов, стало из трех. Это сокращение по-японски. Все понятно. Я представляю, наверное, увольнение по-японски точно так же выглядит. То есть ты был, допустим, каким-то там маленьким клерком, тебя уволили по-японски, и ты стал начальником. Наверное, так это работает. You know, firing on Japanese is like, this is way of shortening, you know? When you are, for example, you are a small clerk in Japan, and you are fired, so after that you became the boss. This is like works in Japanese. Firing, I guess. Сока, Justin is сока. Сока это означает сказать. Мате is how you request someone to wait. А мате это как кого-то подождать. Don't go yet. Например, не иди пока.
Now go patrol the ship until you learn Омая. Омая, шиндери. О, теперь нам нужно выучить слово Омая. Remember, you can change your encounter rate with Q. Все, патрулируй корабль, выучи новое слово Омая и продолжим дальше. Окей, I will go to basement. Пойду в подвал. I will go here and fight with the Shinrai. С этим призраком буду говорить. Yes, да, это у нас, да. Not S, да не жопа это, а, yes, а, да. Like, yes. Okay. E, good, хорошо. Good, хорошо. Eco, let's go, пошли. Let's go, погнали. Like, like this typing is awful. Печать здесь ужасная. Like, oh no, why this is not typing? Почему это? Окей. Сагу? Вот это что-то different. А, чигао. Это отличается. Ицу. When? Когда? When? Wakaru, understand, понимать. Understand. Wakaru. Ге, that's ге, это у нас ге. Асой. Асой? What the hell is this? Что такое? Слово. А, это медленно. Даре. Кто? Даре. Даре. Коно ва даре деска. Кто это такой? Матте, подождите. Матте, куда сай? Окей, got it. Training more, еще тренинг, Гай. Гай у нас, блин, а как у нас чувак, я забыл. Яцу, по-моему. Тайп, Яцу. Да печатайся. О, но, да твою мать, Яцу. Но, нет. Но, ми. Это ми. Кет, неко, котик вот так, неко. Slow, feeling, osoy. Where, где? Do? Doko? Doko! Да. Еще тренировка continuum. Wait, подожди. Mate. Mate! Подожди. When, когда? Itsu. Скоро. Sugu. Sugu! Йо. Правильно, смотри, yes, да. Ух, кто, даре? Даре на деска. Что это такое? Окей, continue, дальше, пожалуйста. Loud, bro. Урусай. Урусай! Thank you. Спасибо, I don't recall. Arigato, помню, да, slow. Окей, осой. When, когда? Ицу пиццу. Ицу, когда будем жать пиццу? Ух, кто? Даре. Даре. Я воль. Да, так точно. Де. Грасс. Вакарю. Я понял. Вакарима что? Му. Окей. More training. Еще тренировка. Yes. Tired. Tsukareta. Watashi wa tsukareta desu. Tsukareta. Mi. Mi. Sun. Sugu. Sugu. Wakaru. Oh man. Yare. Thank you, спасибо. Аригато газаймасу. Аригато. Спасибо. And new level, новый уровень. Матте, wait, подождите. Матте. Ну, значение, я ж правильно. Аригато. Thanks, спасибо. Аригато. Сугой.
Great, прекрасно. Great. Сгой! Ой, эй, эй. Ой! Яцу. О, мэн, твою же... No, that's guy, это чувак. Яцу! Тренинг, новая тренировка. Асой. Асой. О, слоу, это медленно, по-моему, слоу. Осой! Осой. Ма. Ма! Яре, яре. О, мэн, твою же мать. Like, о, мэн, твою же мать. Мужской легко. Аригато. Thanks. Спасибо. Аригато! Итай, ауч, это больно. Итай! Yes, да. Арю. Яре, ра, яре. Оу, мэн, твою ж мать. Яре, яре. Мо, мо, мо. Мо. Remember that in katakana has no cap. В катакане нету вот этой шапочки, хвостика шапочек, да, свет. Аригато, thanks. Аригато! Асугу, Great, замечательно. Скоро. Яцу. Да, уже. Кудасай. Плиз, пожалуйста. Кудасай! Осой, слоу. Not low, but slow. Вот так слоу. So we will learn, мы найдем скоро эту самую нужное слово. Мэя. Мэя. Яцу. 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 Му. Му. Так, посеки. Арига. Ту. Аригато. Аригато! Мы сможем почти выучил новое слово. И. Хорошо. Oh man. Яре. Яре. Яре, яре. Wait, матте. Чё-то матте, подожди, пожалуйста. Матте! Чё-то матте, куда сай? Сун, скоро. Сугу. Лай. Усо. Усо. Слоу. Осой. Осой! Но у него нету нового слова. Гай. Мужичок у нас. Ай. Яцу. Ну вот так. Яцу! So that's fraction. Это у нас практика. Ле! Different. Чигао. 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 Аму. Му. Ми. Ми. Ха. Ха-ха-ха. Окей, got it, понял. Yes, un. When itsu. Itsu, like awful typing. Печатать ужасно. Thing. Вещь. У. I don't recall, не помню. Хото. Му. Му. Слово. Осой. Осой. У. Даре. Даре. Тренинг, да, тяжелая тренировка. Окей, let's do the quiz. Давайте выполним эту самую, как бы там, загадочку, да, ответим, а потом продолжим. So we continue on after this quiz. После вот этого загадка. Seven questions, 7 вопросов. Окей, here we go. Which word marks Ga? Кто субъект? Kai. Correct, правильно. So next, следующий. That's obvious, ship sentence. What does the following sentence mean? Что значит... А следующее. Даре га ику. Where you go? Куда ты идешь? Даре. Who will go? Кто пойдет? Correct. Правильно. Oh, sorry. Oh, again. Да снова неправильно. Like, like that. Okay, I got it. Да я понял. Okay. So, let's start again. Снова начнем. Too bad. Let's start anew. Давайте заново начнем. Take a quiz. Погнали.
Cancel Kai. Это у нас Kai, correct. Правильно. Окей, Kai wa desu. Это у нас Kai. Where are you going? Куда ты идешь? Who will go? Кто пойдет? Correct. Правильно. Which is this cat? Этот кот. Kono Neko. Вот этот кот у нас. Correct. Правильно. Kono Neko. А watashi no означает me, mine, мое. Correct. Правильно. Watashi no. Да, это как окончание my. My cat. Мой кот. Watashi no Neko. Мой кот. Вот это. Correct. Правильно. Which means this kind. Yes, but the answer, best answer. Да, но ответ the лучше. Sky sketch. Да, да. Who's it? Кто это? Who's there? Даре, да. Okay, correct. Правильно. Remember, также помню. Okay, yeah. Awesome. It's got 6 of 7. 6 из 7. Like, again, снова. Like repetition is the pain, you know, but also a bit of knowledge gain. Да, конечно, повторение мучение, но в то же время и изучение. Поэтому продолжаем мучаться, продолжаем учиться, да. So perfect score. One more time, еще раз. One more time, еще раз. Okay, это у нас correct. Okay, да, повторение. Kai wa iku. Dare wa iku. Кто пойдет? Correct, правильно. Which means this cat. Этот кот. Kono neko. Correct, правильно. Моё. This is mine. See, correct. Now this is important. Вот это время починать. My cat. Мой кот. Okay, correct, правильно. This is Kai's cat. Это кот Kai. BNC, да, BC. Kore Kai no neko. Kore Kai no neko, да. Kore Kai no neko desu. Это типа кот этого самого. Kai. Correct. Правильно. Okay, now I can, like, say some phrases on Japanese. Я наконец-то могу какие-то фразы говорить. Yeah, that's pretty simple, but like, I feel... I feel that I can... в общем, я странное такое чувство возникло, да, и понимание, что... Так я могу простые фразы теперь говорить по-японски, да. Прикольно. Прикольно. That's cool. That's amazing. Okay, so... Which means who is it? Кто это? Даре, да. Correct. Правильно. So, Elzerman, также помню. Okay. Let's go 7 of 7. Well done. Отлично. Окей, HP increased, увеличили здоровье. Thanks, спасибо. Arigato gozaimasu. Большое спасибо. Arigato gozaimasu. Большое спасибо. Экзо, пошли. Arigato gozaimasu. Большое спасибо. Arigato. Ну, арига. То, Фред, ну да. Аригато, аригато. А, so that's translation, это перевод нужно. Яре, яре. О, мэн, о, твою мать. Like, мэн, о, мэн, ну, типа. Яре, яре. Окей. Ми. Ми. Вакарю. Understand. Понимаю. English. Sugu. Soon. Это скоро будет. Sugu. Это... Это... Like mess, да. Ba. Okay. We learn new hiragana, new training card. Тренировка слов. When we will learn new word. Когда мы новое слово выучим. Яре, яре. Ятсу. Окей. Ми. Ми. Хе. Это у нас. Ха. Ха. Му. Му. После что нового у нас будет? Неко. Не. Это у нас будет. Ригато.
Арикато, so that's a big translation, Арикато. Арикато. А, в English meaning, английское значение. Thanks, спасибо. Арикато. Ну. Ваташи, ай, это я. Кото. Кото, thing, это вещь у нас. Кото. Ну и новые пошли. Ха. Ха-ха-ха. Яре-яре, о, мэн, твою ж мать. Яре-яре. Му. Сугу. Сун, это скоро у нас снова будет. Над нигу асу. Сугу. Ми. Ми. Юкана хи. Хи-хи. Окей. А ху, это у нас ху. Ху, no. Нет. Фу. Ху, ну правильно, ху, so why not? О, сой. Go, ику. Ику. О, мэн, яре. Яре, то есть. Яре, яре. Wait, матте. Матте. Yes. Ум. Омае, oh, I can finally, наконец-то могу. Омае вашиндейру. Ну да. That's a legendary phrase, легендарная фраза. So let's learn, давайте. Сенсей, учитель. I have done as you asked. Я сделал, как вы просили. I opened my... I completed my task. Закончил свою задачу. Суда. А, суда. А, ну точно. The task I set forth. Ну да, что я установил. А, you already did it? Да, ты уже сделал. I am ready to be tested. Ну, я готов быть испытан. Now that's a thought. Кстати, это мысль. A test on what you've learned. Тест того, что ты выучил. А что ты выучил, да? Вопрос, like, what you learned now, the question. Yeah, that would be the task. You know what, I'm feeling generous, no test this time. Я сегодня щедро, никакого теста нет. You are most merciful, sensei. Вы самый добрый, sensei. So done. Ну разве не так? Instead, I think it's time you learn about words wakaranai. Wakaranai, I don't understand. Это я не понял. И wakata. Wakata. I understand. Я понял. Let's go. Ну пошли. Wakaranai and wakata are both related to wakaru. Ну, то есть, wakata и wakaru, это, короче, ну, есть слово wakaru, а оно видоизменяется. Wakaranai, это типа не понял. Wakarimasen, да, можно сказать тоже. А wakarata, это типа тоже понял, наверное, да. Wakaru often translates to understand. Wakaru переводится как понимать, but I often like to think it of as meaning it is clear. Ну, типа, все понятно, да. What is clear? Что понятно? Whatever is being talked about. Да все, о чем говорим, то и понятно. Perhaps the concept of concept in a lesson I just gave you, or perhaps the reason I'm so cool. Ну, типа, понятно, собственно, концепции, которые в этом уроке, и концепции, почему я столь крут. Or perhaps the meaning of some Japanese words written on wall. Или понятно, собственно, значение слова на стене написано. Например, ху, да? Хуя! Это уже по-китайски. Or perhaps the way to get to Royal Ruslanans. Или, например, путь добраться к какому-то королевскому острову. If something is clear to you, if it is understandable to you, you say wakaru. Если что-то тебе понятно, если до тебя что-то дошло, если ты наконец-то что-то понял, осознал, да, ты говоришь wakaru, ты понял? Понял? Вакаримашта, я тебя понял. If something is not clear, you then you say wakaranai. Если не понял, вакарима, вакаранай говоришь. Или вакаримасен, тоже можно сказать. It's not clear. Вакаранай is the negative form of вакарю. То есть вакаранай это означает отрицание вакарю. То есть я нихера не понял. Вот как это переводится дословно на русский. Могучий русский язык. Wakaranai also has two shorter slangy forms you should be aware of. Wakaranai есть и более короткие сленговые слова. Wakaranai, wakaran. Есть еще wakaran, baran. Вот такой вот. You're saying that all three of those words mean the same. Все три слова означают и то же. Я увидел только два еще.
Then what the meaning ваката? Что означает ваката? Actually, ваката, I guess. По-моему, ваката должно быть, а не ваката. It has just become clear. Это просто, что мне наконец-то дошло. You often see ваката translated as got it, to understand. Ваката, это типа я понял, до меня дошло. Вакаримаста, что? То есть я тебя понял, или ваката? Ну, типа, это дошло до меня. That's enough detail to get you started, so we'll end here. Вакарю. На этом мы закончим. Вакарю, понял. Вакаримашта, я тебя понял. Ун. Ун ваката. Да, я тебя понял. Now how about I tell you about the hiragana? Ха-хи-ху-хе-хо. Ну, а теперь давай хирагану разрушим. Ха-ху-хи-хе-хо. Ба-бу-би-бо-бе-бо. Окей. Окей, good. Ну, хорошо. So they have a three form. У них три. Not to mention hiragana papi-pu-pe-po. И еще будем papi-pu-pe-po учить. So many, так много. Calm down. It's just five basic hiragana with two variations. How about? В общем, у нас получается пять символов и по две вариации для каждого. С двумя черточками дайкутенами, как обычно. И появилось еще это единственный символ, у которого есть вторая вариация. Это вот кружочек такой небольшой. Да, это означает, что типа еще одно изменение звучания. Пошли. First, let's look at the hiragana. Давайте посмотрим на хирагану. Ха. Это у нас ха пишется. Ха. Halt. Ну, как стоять. Типа, ха, я тебя достал, да. Окей. Ха. Ха. Next. Дальше идем. Хи. Ну, это у нас как хи-хи-хи, смеяться. Да. Хи. Окей, хи. Хи. Хи-хи-хи. Следующее. Окей, I got it. Я понял. That's фу-ху. Это у нас фу-ху. Ну, я запоминал. То есть у нас есть пу и бу, да, и как бы Путин, да. Вот такой с ручками Путин закорючен. Да, я так и запомнил. So, I remember that as Putin, you know. This is his head, this is his hands, you know. He's on horse. Фу. Окей, ху. Go. Дальше пошли. Путина мы запомнили. Next, дальше. Это универсальный, кстати, символ. Он в хирагане и катакане одинаковый. Это хер. Символ хера. Вот, а поэтому вот хер майор или как-то так. Ну вот вы видите, он выгнутый, да? Он в катакане точно такой же, поэтому легко запомнить хер по-японски, да? Прямо хер вы видите, вот он перед вами. Собственно, как бы так. Okay, so you can easily to remember this. This is here. It is the same in katakana. The katakana has the same symbol to this. So that's here. Ну да, here, как произносится. Here. Here. Next. Дальше. Хо. Это у нас дядюшка Хо. Хо-хо-хошимин, да? Save the people of Vietmin. Хо-хо-хошимин. Это у нас Хо. Хо. Я его именно запомнил как дедушка Хо. Вот, или дядюшка Хо, вот так. Well done, отлично. Marks look similar to quotation marks. This hiragana chain represent different sound. В общем, когда у нас дайкутены появляются вот эти две черточки, то значение меняет, ну, меняется произношение, да? То есть теперь у нас ба, вот это ба. Okay, so that's ba. Now, with daikuten, that's ba. That's bi. Это у нас bi. Ну, пи, знаете, на самом деле, я запомнил вот это очень хорошо, запомнилось как пи, да, ну, женское пи, да, ну, как писа, да, вот писа мы можем сказать, да, вот мне почему-то она напоминает так, именно как пи запомнилось, там еще дырочка добавляется, да, ну, бублик как раз будет, вы сейчас поймете. Би, 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 бу, это у нас бу. Ну это бе. 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 Ну с двумя черточками это у нас не хера, уже бе. Как бы бе. Это ну бо. Бо-бо-бо. Товарищу Хо, немножко бо-бо. Окей, next. Дальше продолжаем. Well done. Отлично. And the last circle и последний у нас кружочек. So that changes to P sound. Это на P звучание. То есть кружочки есть только у этих символов. So это у нас па. So that's па.
Па. Па. Next, дальше. А пи. Ну вот, собственно, видите, да, пи. Вот одна дырочка, как бы другая. Все логично. Это пи. Это пи. Женское пи. Вот, дальше я не буду. Там разные вариации бывают, да, но запомнить вот таким хорошо. So that's P. And actually that represents the woman's it looks like a woman's vagina, and in Russian it's called like pisa, so it's easy to remember because it's the same sound, P. Okay. Or like pizda. Ну или пизда, да, например, тоже. Если мы грубо говорим. Или не совсем грубо, да? Пи. Как бы, кого, для кого группа, для кого нет. Вот это Путин, да? Вот, собственно, смотрите, голова, он скрючился, и две руки у него, да? И он, как бы, вот это у него часть, это как бы он на коне, да? Путин. Ну вот идеально. So that's Putin. Hello. You see, this is his head. This is his head. This is his hands. And he is on her horse. Пу. Путин. Next. Дальше продолжаем. А, ну это у нас пе. Снова-таки пенис, да, вот просто пенис, да, и на катакане он точно так же выглядит, и вот с дырочкой, да, пенис, вот, вот как бы тут легко запомнить. So, penis, penis, we can remember this as penis, you know? So, it is in katakana and hiragana the same, and with this dot, you know, this penis. Now you can memorize that all. Теперь все можете запомнить, да, у нас есть и пизда, и пенис, да, вот как бы в этом наборе символов, и причем пенис, он и хер же, и он же одинаково выглядит и в катакане, и в хирогане, этот символ вы не забудете никогда. So this symbol you will not forget anyway. This is easiest to remember. Самое легче запомнить. P. Next, дальше. А, ну это у нас по. По. Дедушки Хо, как бы все по, да, вот так и запоминаем. So, по. Окей, and that's all, и это у нас все. Окей, now for, as for the mission. А теперь, что касаемо миссии. It will be very dangerous, but it is still very important. Миссия будет очень опасная, но очень важная. Вау, Суге, замечательно. So what do you say, что ты скажешь? Will you come, ты пойдешь? Ну конечно же, ику погнали. Then meet me at the longboat at the middle. На длинном лоточке посредине встречаемся. Вакарю, понял. Вакаримашта, я тебя понял. Вакаримашта, да, я понял. And we will see later. И мы увидимся позже. Зайдзен. А, окей, это. Доку ику. Сколько еще? Типа. Where we... А, куда мы идем? Nestor ship. На корабле Nestor. But why? Ну зачем? Because Nestor is an interesting guy. Потому что Nestor очень интересный. Nestor листописец, конечно, интересный. Он сейчас там такое понаписывал. Блин, будет интересно почитать. Но это будет в следующем эпизоде. Yeah, Nestor would write a lot of different cool things, but that we will see only in the next episode.